18 июля во всем мире отмечается День Нельсона Манделы. День рождения одного из самых ярких представителей борцов за права человека, Организация Объединенных Наций призывает совершать важные и полезные деяния для других людей и своей общины. Инициативу ООН поддержал Комитет уголовной исполнительной системы МВД Республики Казахстан, организовав необычную акцию среди заключенных, отбывающих срок в исправительных учреждениях. Мастер-классы по основам живописи для осужденных прошли в двух пилотных исправительных учреждениях Казахстана, в том числе в павлодарской колонии общего режима АП-162/3. Осужденные обучились основам владения техникой рисования при помощи акриловых красок, карандашей и фломастеров, улучшили и развили художественные навыки. Мастер-классы провел известный казахстанский художник Асхат Ахмедьяров. Результатом совместной работы заключенных и мастера стало создание мурала с изображением Нельсона Манделы. Сегодня был для меня очень интересный опыт, как творческого, как деятеля искусств, вот, коллаборация вот с осужденными. Это было что-то невероятное. Казалось бы, здесь нет ничего такого, что давало бы мне. Это на первый взгляд. На самом деле это очень ценный опыт. Акция, организованная комитетом УИС, призвана обратить внимание на приверженность Казахстана к правилам Нельсона Манделы, минимальным стандартным правилам ООН по обращению с заключенными. Стоит отметить, что сам бывший президент Южноафриканской республики пробыл в местах заключения 27 лет. Его политические взгляды были направлены в первую очередь на защиту прав человека, в том числе соблюдение всех необходимых норм пребывания в исправительных учреждениях. Александр.